Китае был куплен вот такой вот фонарик с аккумулятором. Он шел на под обычную батарейку формата АА. Подходит данный фонарик. У нас сделан из анодированного алюминия, разбирается, то есть в нем можно будет почистить практически все элементы. И имеет довольно-таки яркий цвет из-за линзы с возможностью фокусировки. Достаточно таки хорошо бьет, не сильно тяжелый, помещается в карман. Здесь не еще крепление было, но оно сломалось. Оно полностью сломалось, потому что было хрупкое. Кнопка здесь родная. Все остальные комплектующие собраны хорошо. Пользуюсь я им уже порядка 4 лет. Ссылка на продавца будет в описании. Отражатель из нержавейки, предохранительная прокладка, ну и, собственно говоря, сам элемент. Это у нас такой кристалл. Кольчик с напоем. Наплыв порядка 5 миллиметров. Ну и управляющая плата питания. Разбирается, чистится легко. Даже сказал элементарно. За счет своей компактности и мобильности за такую стоимость, я думаю, самый оптимальный вариант для EDC для ношения
каждый день. За счет резинки тугое скольжение, опять же попадание мелких брызг воды минимально. Здесь тоже есть предохранительная резинка. В комплекте идет зарядное устройство для аккумулятора, сам аккумулятор. В некоторых есть еще и свеча.